ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Мы вернули прошлогодние цены. Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Ничего себе. Это надо? Это очень надо. 23 октября автоинспекторы для проверки документов остановили автомобиль Hyundai Solaris, которым управляла женщина. При общении с сотрудниками ГИБДД у автоледи присутствовали признаки алкогольного опьянения. После прохождения процедуры освидетельствования прибор показал наличие 0,748 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщину отстранили от управления транспортным средством, автомобиль поместили на штрафстоянку.